Мои дорогие друзья, мы нашли в Сеуле очень интересное место, и мало кто о нем знает, хотя все вокруг него ходят, но просто ни у кого не хватает куку немножко дальше отойти от самых известных мест и пройтись по туннелю, короче, туннелю звуков. И вот мы идем. Тара-та-там. Вот он, неизведанный Сеул. Ого! Какая громкая. Короче, тут вы можете слышать звуки воды, стуки, грохоты, шаги. И если ночью тут одному ходить... Я уже наложил. Сломалось.